Всем привет, Ермачок, скажи всем привет. Привет. Повернись. Привет. Доброе утро, у нас дождик. Изабелька, скажи привет. Всем привет. Мы сейчас идем провожать Ермачка в школу. У него сегодня термин, пробный день. Вот. Климушку сейчас только что проводили. Он поехал в Аусфарт с классом в другой город. Днем приедет обратно. А мы идем провожать и Ромушку на улице. Такой дождь мелкий, такой противный. Вот что, идем в школу. Вчера думала, что пойдем с Изабелькой на шпильпляс, пока Ермачок будет в школе, но на улице дождь, никакого шпильпляса, придется так ждать, пока он там побудет. У Изабельки нет, не этот садик. Вот. Я еще до сих пор не проснулась, еще до сих пор сплю. Я пришла в начале первого домой после работы. И уснула, наверное, в час, может, начало второго. Потом Саша меня в 3 ночи будил. Но он сегодня хоть сам поехал. Хоть не надо было его отвозить. Я хоть один день передохнула. Ну, сейчас проведем нашего малыша. Подождем, потом все вернемся домой. Но Климушка уже сам придет. Надо будет, поехал в одну сторону с одними родителями, в обратную сторону с другими родителями приедет. Хочу еще купить пару Рафаэл. Ну, Рафаэла или шоколадки, что-нибудь такое взять. И чтобы как-то отблагодарить. Нет, тебе нет. Это благодарность, то, что Климушку отвезли. Все, выехали из дома. Изабель, скажи всем привет. Привет. Ложись, Изабель. Ложись там. Вот так вот ребенок идет за своим братиком в школу. Идти вообще не хочет, а нести тяжело. Я напсихую, то что мелкий дождь. Вот пришлось взять коляску. Конечно, она уже с нее выросла. Маленькие детки идут сами, а вот ребенок не хочет. Ну ладно, поедем дальше на коляске. Такие огромные деньги. Пока что так ты тренируешься. Безопасности или полезности продукта. Но ведь никто не тратит огромные деньги. Ну не быстро, потихонечку. Груш, апельсина. Гиганты индустрии не раз попадались на спонсирование исследований, которые производители шоколада. Кроме того, большинство шоколада, который производится и который продается, не является настоящим шоколадом в том понимании, в котором он есть. Сегодня очень много внимания уделяется именно питанию, правильному образу жизни. Она только не выдержала стекаф. Что человек уже теряется и не знает, что на самом деле полезно, а что вредно. Смотрите, а жирно не будет, насколько модная эта диета поможет сбросить вес и отправить вас в больницу. Во-первых, это красиво, но не правда. Сколько зарабатывают на лайках фитоняшки из интернета и как выглядят их реальные, а не виртуальные будни. А уже не до игр, как олимпийская чемпионка Юлия Лепицкая проиграла в битве с килограммами, но выиграла в битве за здоровье. У нас уже вечер. Время почти 9 часов. Я собираюсь на работу. Сейчас поеду, буду парковаться. Обратно буду, как обычно, искать парковочное место свое. Вот так вот день не прошел. Климушка сегодня съездил. Очень-очень ему понравилось. Они были в пещере в городе Аалин. Говорит, было очень круто. Вот, на улице что-то так прохладно, дождь. Я уже залезалась к работе. И сейчас будем садиться и поедем. Потому что в 9:15 начинается моя работа. Ну, не всегда в это время, всегда в разное время. Но сегодня в 9:15. Так что...
сейчас поеду. И как обычно, везде приперли. Меня... Фу, немножко надо согреться, собраться с мыслями. Сегодня иду я на такой пляц, где называется Панорама. От бассейна отдельное здание. Там немножко, конечно, жутковато, потому что работаешь одна, и работаешь как в аквариуме, и ночью, и бывает, что, ну, не бывает, вообще есть такая возможность, что к тебе кто-нибудь придет, надо закрываться. Вот, и немножко там, конечно, очень страшновато, потому что сауна, как бы, да, старая, и все трещит, все скрипит, очень-очень жутко, и я каждый день, когда иду, это на всего лишь на неделю, каждый день, когда туда иду, прям мне очень страшно. И я сижу еще в машине, немножко дрожу, немножко собираюсь с мыслями и потом иду. Но надеюсь уже, что следующая моя неделя не будет такой страшной. Но эта неделя, конечно, я первый раз там, и для меня, конечно, это жутковато. Как бы ночью одной. Так что поеду на работу. Приехала я уже на работу. Забыла сказать, я же вам обещала рассказать про турецкий магазин. Турецкий магазин мне не особо понравился. Ну, что только там только понравилось, это зелень, да, укроп этот. Понравились некоторые фрукты, овощи, которые там продаются. Кстати, я думала, что в турецком магазине арбуз будет вкусный, арбуз невкусный был. Не сладкий. Хотя Тоня, она взяла в русском магазине арбуз, они взяли, он говорит, очень сладкий был арбуз. Но этот арбуз, который мы взяли в турецком магазине, он не сладкий. Также мне не понравилась картошка. Очень пришлось много срезать. На вид она выглядела большая, красивая такая, а внутри нет. Вот. И магазин как бы не особо большой. Очень мало товара, того, который подходит именно нам. Ну, для турков, я думаю, очень много товара. И там много продукции халяль, да. Но мы как бы такое не кушаем. В том прошлом турецком магазине, в котором мы были, у нас там большой очень магазин, очень много всегда было фруктов, овощей, распродажи, всего-всего-всего. Вот Тоня уже приехала. Там стоит она. Подъехала, сейчас пойдем на работу. И, не знаю, увидимся сегодня, еще не увидимся. Ну, все, я пошла на работу.